создал нарколабораторию прямо в гараже. Полицейские города задержали 26-летнего казанца, подозреваемого в производстве синтетических наркотиков. Для этого он использовал гаражный комплекс, принадлежащий его родственнику. Чтобы скрыть это преступление, он пошел еще на одно. Какое, расскажет Рамиль Шайдулин. Работали. Работали над чем? Чтобы это пробовали. Пробовали сделать наркотики. 26-летний житель Казани объяснялся с полицейским прямо на месте своей работы. Им он пояснил, что в одном из гаражей по улице Минская он изготавливал синтетические наркотики. В так называемой лаборатории оперативники обнаружили реагенты, колбы, упаковки, электронные весы и инструкции по изготовлению наркотических средств. Кроме этого, оперативники изъяли мефедрон, изготовленный задержанным. Общий вес наркотика составил 274 грамма. Вот это готово, да? Голубая, да? Чтобы не попасться в руки полицейских, молодой человек старался соблюдать все меры конспирации. Он не только сохранял полную анонимность в общении, но и даже приобрел поддельные документы на вымышленное имя. Но даже такие методы не помогли скрыться от правосудия. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: подделка изготовления или сбыт поддельных документов и покушение на незаконное производство наркотических средств в крупном размере. На время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские выяснили, что в лаборатории помимо задержанного работал и его сообщник, специалист-химик. Сейчас оперативники устанавливают его местонахождение. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, вызов 112.